Друзья основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова рассказали, что в последние годы музыкант жил на нищенскую пенсию. Сейчас знакомые собирают деньги на его похороны. Коллеги Кузнецова признаются, что создатель легендарной группы страдал алкогольной зависимостью. Он жил в Оренбурге вместе со своей пожилой мамой на пенсию по инвалидности, пишет КП «Петербург». В начале зарождения группы Кузнецов работал музыкальным руководителем в детском доме, где жил Юрий Шатунов и другие участники музыкального коллектива. После оглушительного успеха у Кузнецова произошел конфликт с продюсером Андреем Разиным. Кузнецов покинул проект, и, несмотря на то, что был автором хитов, все права на группу перешли Разину. Денег от песен после 2000-х Кузнецов не видел. Друзья отмечают, что с организацией похорон пытается помочь бывший директор Шатунова Аркадий Кудряшов, но в любом случае у Кузнецова осталась очень пожилая мать, которой тоже нужна помощь. Сейчас знакомые Кузнецова пытаются собрать деньги на церемонию похорон.